Gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spymaster, a KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka. Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real Shattuck plant. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia once and for all. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Whittleton Creek, Вилтон Крик, штат Вермонт. Этот пригород кажется райским уголком. Широкие дороги, золотистые клёны и зеленеющие лужайки. Здесь живут в основном белые воротнички, от университетских сотрудников до госслужащих. В основном. Но только, ну не только они. Неприметный дом Януса сторожит целая команда телохранителей. По нашим данным, экс-константа слаб здоровьем и редко выходит на улицу. Нолан Кассиди разгуливает напротив по всей округе. Бдительный вестник Провиденса, недавно прибывший в эти края, оценивает возможные угрозы и помогает устроиться своей охране. Запомни главное, речь идет не только о месте. Янус поможет нам избавиться от Провиденса. Так что найди для нас зацепку. Ну что ж, нам с вами желают удачи, друзья. Ну а с вами Аиф, и мы с вами продолжаем проходить Hitman 2. Миссия обещает быть ужасно тяжелой, исходя из ее описания. Так, мы можем какие-то уже сведения почекать. Нужно найти константы Януса. Хорошо. Ну, давайте для начала мы попробуем с вами это дело сделать. Так, несколько ближайших объектов. Хорошо. Эта миссия... Так, это наша цель. Ну, окей. Куча мусорных баков, куча всего. Ну давайте мы так с вами по травке пробежимся. Общественный парк, так. Зарегистрированный избиратель. Так. Дверь отпереть мы не можем с вами. Собственность Кассиди. Но тот, чё уходит внутри, нам туда пока не попасть с вами. Ладно, давайте пробежимся дальше чуть-чуть. Где наша основная цель ходит? Угу, вон там по участку, окей. У нас спереди есть какая-то подсказка, нам бы в идеале здесь с вами не помешала бы какая-нибудь снайперка, наверное, всё-таки. Ага. Открывается сюжетное задание. Так. В дом Бетти сейчас...
Ага, который недавно завершил обработку, судя по всему, хранит химикаты в строительном контейнере. Только вопрос в том, где такой контейнер. О! Найти исковое заявление. Что это такое? Судебное звучит заманчиво. Хм. Хорошо. Так. Нам с вами надо бы понять, где этот грузовичок дезинфекции этой. Так, дезинфекция. Ну, тут строительные работы, ничего нового. Так, вон, где-то там у нас исковое заявление. Ну, давайте мы его попробуем хотя бы найти для начала. Keep out. Опа. А оно где-то там. Дальше. О! Кстати. That is Nolan Cassidy, former Secret Service agent and current Providence Herald. Cassidy is assigned to protect Janus. Мы с вами только что-то такое очень грубое сделали. Давайте мы замаскируемся в первую очередь. Дезинфекция, это мне нравится уже. Ну, давайте смотреть, чтобы нас никто не палил. Ключик у нас тоже есть. Пойдемте, чё уж. Попробуем с вами про... Это для нас запретная зона. I'm really sorry, sir. Unfortunately, I'm not allowed to let you pass. Orders, you know. Never come through here as long as I'm alive. Now get the fuck out of my face. As I said, понятно. Так, ну здесь мы можем отпереть ключом. Да, отмычек у нас нет. Здесь мы с вами камера. Надо сделать так, чтобы она нас не засекла. Упс. Еще одна. Ну, я так понимаю, в дом мы сами зайти не можем. О. Так. Ну, мы охранников сами не трогаем. Ну, точнее, мы стараемся сами не убивать никого. Угу. Камера все, камера нас больше не палит. И здесь в доме нас тоже никто больше не палит. Так. Куча камерных лучей. Запись камер наблюдения. Окей. Ага. Это что у меня напрягает?
Но мы чё, мы сливаемся. Мне сейчас главное, чтобы он не пошел чекать на улицу. Но нет. Так, это вызовет вопросы. Уничтожить улики мы с вами не можем. Да ёлки-палки. Чё ж вас так много-то тут? Ладно. Тут что, тут у нас ничего полезного. Нам с вами надо на второй этаж каким-то образом пробраться. Так, запись камеры наблюдения. Cassidy made it clear that we'll have no leaks coming from here. Не допускать утечек, окей. So Cassidy withholds Janus's out. Так, Cassidy хранит все исходящее. Ага. Going mail. He might have written something considered confidential in the past. Might be worth a shot. Так. Ну, нам камера наблюдения с вами не страшна. Уходя, мы с вами это дело уничтожим. Ух ты. Ух ты, как круто. Здесь тоже камера наблюдения. Лестница. Опачки. Так. Лестница, это, конечно, хорошо, но я тут вижу какой-то пункт. Ага, сейчас камера пролезет. И как только она будет уходить, мы сами туда юркнем. А, это пожарка, окей. Все. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть тут. Ух. Ух, как интересно. Раз, два, три. Трое там как минимум нас палят. Здесь пистолеты лежат. Но больше здесь ничего интересного для нас с вами нет, к сожалению. Ладно. Ага. Ну, за исключением вот этой вот дверочки. Так. Прачечная. Здесь мы с вами тоже можем только водичку включить. Cassidy looks to be a gun enthusiast. The room looks like it's outfitted with a lot of security and alarms. Ну, хотя бы проблем нет. Но тут камер, конечно. Вау. Ну вы арсенал сами видите. Правда, прикол-то в том, что это шумовые гранаты. Ой. Ой. Вот там какой-то нехороший тип ходит. Это было красиво. Так, камера наблюдения, не мешай. Ну смотрите, мы с вами оружейную зачекали. Здесь мы с вами тоже уже побывали.
Да, здесь мы с вами везде побывали. Светошумовые. Ну, камеры нас палят просто. Невероятно. Вот я не знаю, то ли мы сами что-то упустили, либо же нет, и это все. Ну да, тут как бы ничего. Наверх мы тоже с вами слазили, там тоже ничего нет. О каких интересных записях идет речь, это пока что вопрос. С... Вот мне интересно, куда он сейчас пойдет. Знаете что? Давайте мы с вами, наверное, все-таки сейчас поступим не совсем правильно. Ай, твою-то мать, там охранник. Нам нужно этого челика устранить. Да что ж такое-то? Ладно. Он какой-то неподатливый на устранение. Я не хочу устраивать прямо здесь какое-то жесткое мясо. Все же мы с вами пытаемся действовать тихо. Письмо мы так и походу не наш. А! У нас подсвечивается письмо. Находится оно где-то здесь. Это, кстати, наша самоцель тут. Опять же, трое нас теперь палят. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Этот чел сейчас должен попереться на второй этаж. Должен, по крайней мере. Это камера наблюдения, ты мне не мешаешь. Письмо. A letter from Janus to someone called Zoe. It looks like a draft and is full of explicit descriptions of how unhappy Janus is with Zoe and his sister, having been appointed chairwomen of the Art Society. Сопредседателями общества Ковчега. This is a good find, 47. Удачная находка. Ну, допустим, запись камеры наблюдения. Ну, пойдемте осмотрим уже запись камеры наблюдения. Что нам поделать? Запись камеры наблюдения. Она же где-то тут. Ага, записка. Ну, в любом случае, нам с вами надо будет проходить сейчас как-то втихую. Сюда мы тоже должны спокойно попадать. Ой. Запретная зона. Почему же запретная? Это вопрос. Ну, опять же, мы с вами
ни у кого не устраняем, мы стараемся поступить максимально аккуратно, тихо. Иди, чел, иди. Так. Я даже не знаю, есть ли смысл маскироваться. Зона хоть и запретная, но все-таки. Угу. Ну, походу, да. Смысла маскироваться-то и нет. Здесь никого. Опа, да. Письмецу нет, материалы иска. Janus is apparently engaged in a civil lawsuit with another resident of Whittleton Creek. James Batty, это дело нам с вами пригодится. Wants Janus to stop his annual landing of a helicopter near the local creek. Ага. Batty claims it interrupts the nesting birds and a species of frog that has been declared endangered. Must be a very important trip given his poor health. Ну, придется еще одного усмирить, к сожалению. Вау. Кстати. Станьте Джеймсом Бетти. Это, конечно, хорошо, но нам теперь надо от вот этого дела избавляться. Если мы стали Джеймсоном Бетти. Так, записи с камеры наблюдения. Так, скрыть предмет, почтовый ящик. Ну, допустим, допустим. То есть вы хотите сказать, что сейчас это для нас не будет запретной зоной, да? Ну, так вряд ли же. Нет, нет, для нас это запретная зона, понятно. Хорошо, давайте мы попробуем с вами найти пока записи камер, которые непонятно где находятся. Ага, вон, 40 метров, окей. Ну, нам с вами сюжетных заданий хватает с головой, чтобы брать еще одно. Вон и записи, кстати. Эту изгородь мы можем спокойно пересегнуть, да? Так, смотрите, значит. Нам с вами нужна маскировка теперь. Молодец. Ну твою же ж. Ну, пускай, пускай. Нам нужно дождаться того момента, пока он будет где-то вдали от этих двух. Ну, вот, например, как сейчас. Правда, разве что он сейчас стоит у забора. Поэтому нужно его чуть-чуть отвлечь.
Так, давайте мы его... Ладно, не получилось так, как хотели, но все равно получилось тихо. Окей, все хорошо. Так, это все, конечно, хорошо. Его мы с вами убрали вроде даже неплохо. Ключ от дома. Так, монетку верни нам. Она нам еще пригодится. Давайте мы с вами пистолетик выберем. Мы с вами стараемся в последнее время устранять все максимально тихо и осторожно. Тут были шланги всевозможные. Так, это что такое? Свинцовая труба. Ну а каким образом мы их должны просмотреть? Да, бросил их в кучу. Какая тупая система. Нужно сделать запись. Ага. Нам с вами на чердачок. Чё поделать? Cassidy is certainly keeping a close watch on Janus. I'm willing to bet those surveillance tapes hold interesting information. Нужно почерпнуть интересные сведения. Да я вот тоже так думаю, что можно почерпнуть интересные для нас сами сведения. Но здесь как-то, ага, потайная лестница очередная. Здесь у нас никого. Все, чердак для слежки. Ну, давайте посмотрим, что мы тут с вами нашли. Так. Систему кассета. Окей. Да, это я. Вы, я так понимаю, мне звонили. А, вот вы где, мальчик мой. Да, насчет поста председателя. Насколько я понял, Фредрика не выбрали, несмотря на мои рекомендации. Мне бы очень хотелось узнать причины такого решения. О, это слишком долгая и сложная тема, чтобы обсуждать ее по телефону. Ваш вариант был представлен партнерам на рассмотрение. Но в конечном итоге эту роль решили поручить сестрам Вашингтон. Партнеры сочли их идеи глотком свежего воздуха. Глотком свежего воздуха? Они охотятся за сокровищами и грабят прошлое. Рвутся к славе, богатству и брендовым футуристским целям, наплевав на традиции. Они не исповедуют принципы, ради которых создавалось наше общество. Понимаю вашу озабоченность, не волнуйтесь. Я буду за ними пристально следить. Хорошо, похоже, нам будет что предстоит обсудить на предстоящей встрече. Согласен. До свидания. Великолепно. Это подтверждает, что Янус и Константа должны скоро встретиться. Мы вряд ли сможем познать партнеров, но это все равно очень... Так, неупомянутое место встречи. Надо бы об этом разузнать. Мы сами просто... Итак, мы знаем, что Янус должен покинуть на вертолете и встретиться с Константой в каком-то мероприятии. Думаю, пора смотреть Януса в поисках новых зацепок. Хорошая работа. Так, примерную дату. Мы уже почти у финиша, пора поставить точку. Окей, если это время поставить точку, то мы с вами ее поставим. Только проблема заключается в том, что хрен мы в этот дом попадем. Здесь нам тоже с вами надо... Ай. Хорошо подумать сейчас. Как поступить, чтобы попасть в этот дом? Угу, ну вот есть какой-то одинокий охранник. Можно попытаться выманить его. Ой, нет, не то.
У всех из них разная маскировка. Это создает большие проблемы нам с вами. Так, друг, давай, ты должен сейчас к нам сюда выйти. Чтобы мы могли тебя сейчас... Да-да-да, иди посмотри на странные звуки, которые ты услышал. Так, стопэм. А у нас больше с вами ничего нет. Обидно. Ну чё, нам с вами придется контрить, значит. Этого челика. Там что-то закопано. Сколько тут охраны? Все еще и посменно меняются. Ну как посменно? По местоположению. И у нас еще нет этой маскировки. Да. Вообще, погодьте, у нас же есть посылка. Я ж думаю, она должна точно так же хорошо сейчас отвлечь. Но мне не нравится, что тот чел мониторит. Так, знаете что? Давайте мы его сюда в кустике. И маскирнемся. Так. Во-первых, монетка. Во-вторых, посылка. И это дело мы с вами обошли. Так. Заблокировать нору. А что это даст? Понятия не имею. Свица... Ага, видом садовника. Отвертка. Так. Как-то в доме нас слишком много людей палит. Вам так не кажется? Я даже не знаю, как нам здесь проходить сейчас. Ну-ка, давайте посмотрим. Ага. Дом аналогичен. Ну, раз дом аналогичен, то и методы будут у нас с вами примерно аналогичными. Давайте посмотрим пока через окно. Где мы тут что с... Ой. Чел, а ты что тут забыл? Свали отсюда, пожалуйста. Молодец. Так, я вижу камеру. И мы с вами, между прочим, дергаем в подвал. Подвал — место интересное в таких домах. Ну, точнее, это гараж, через который мы только что благополучно прошли. Так, гаражную дверь открывать мы не будем. Где-то есть подвал. Дверь, закройся. Так. Знаете что? Давайте мы с вами сейчас возьмем монетку.
Zulu, take point. Acknowledged. Мы сами, конечно, вообще рискованные. Кипиш устроили. Самовар, налить чай. Ну, пускай ищут, все равно ничего не найдут. Положить еду. Черничный кекс. Ладно, нам этот кипиш с вами даже на руку. Пока они кипишуют, мы с вами можем спокойно проникнуть в подвал. Ой, чел. Пардон. Мы, конечно, могли его не устранять, могли бегать здесь как мышка. Но, честно, у меня как-то нет особого желания это делать. Друзья. Perhaps he's still attending these gatherings, 47. This could be valuable information indeed. Чё ж их тут так много-то? Что они тут такого охраняют? Записи с камер. Ну, мы сами это дело уничтожаем, разумеется. Отвлекающее средство. Видеонаблюдение отключено. Давайте мы на всякий случай, дабы не допустить того, что случилось в прошлый раз, попрячем их. Тем более тут еще ящик позволяет это сделать. Поэтому мы сами это делаем. Ага, ага. Так, не. Иди сюда. Ты должен уйти сюда. Хорошо. Бюст. Ну, клёво, чё. Так. Это все, конечно, клёвенько. Вообще клёво-клёво. Но с ним вечно ходит какой-то хмырёчек, который нас палит. Не очень перспектива, если честно. Я не горю желанием сейчас где-то здесь спалиться. Что мы можем отравить? Утечка газа, гаечный ключ нужен. Давайте мы попробуем наверх попасть. Надо просечь, как ходит этот. Потому что устранять его не вариант. Их там слишком много наверху. Черт побери. Ладно. Ну, давайте подумаем, может, мы хотя бы тут что-то можем сделать. Гаечный ключ. Отравить. Так. Заменить пустую пачку сигарет. Хм.
Обидно, никак мы не можем здесь взаимодействовать. Ну давайте поищем в соседней комнате что-нибудь. О! Тайная микропленка? Предположим. Его охраняют, я не знаю как кого. Нам с вами приходится такие махинации делать, чтобы хоть как-то что-то еще аккуратно проворачивать. Мы с этого окна могли бы снять с того челика, но это надо крайне жестко просчитать здесь все. Так, давай еще уходи. Ага, краники. Провести медицинский осмотр. Это у нас выход, да? Да, это у нас выход. Что тут есть? Ключик. Мы его подрезали. Вообще, мы можем сейчас с вами поступить очень красиво. Death feels like an easy way out for a man like him. Still. Ну пришлось, конечно, постараться немного, друзья, пришлось. И немножко попалиться нам с вами пришлось. Но все же двоих мы прибрали. И у нас остается последний, с которым непонятно, что делать на самом деле. У него там целый арсенал, но снайперки я у него не видел. А значит, нам с вами его тоже надо как-нибудь вблизи сейчас попытаться устранить. Ну, давайте прикинем. Я, конечно, уже подозреваю, что отсюда мы не сможем его снять. Сейчас, по крайней мере. Ну-ка. Попробуем сменить ракурс камеры. Ой. And that is Nolan Cassidy taken care of. Both targets are confirmed killed. All that remains now is to find the information we came for and then get out of here. All mission objectives are complete. Теперь надо валить. 47. Once you've left Whittleton Creek, I will notify Providence of our discovery. In the meantime, we'll go over the clues you found. Once we've located Теперь the constant, валить, друзья. We'll make our final move. You make it sound so easy. А все действительно легко. Так, а можно? Все, красота. Ну что сказать? Мы с вами аккуратно вполне себе прошли это дело. Да, очень долго. Темная лошадка. Достижение получено. Я думаю, это не единственное достижение, которое мы получим. Или нет, или единственное. Мы и сами кучу разведданных всевозможных узнали, и маскировки попробовали, и все. Точечные выстрелы. Клево. 1,5 миллиона. Ну, давайте посмотрим, что мы имеем здесь по уровню. Ну, я так понимаю, мы сейчас сами просто прокачаем его. Дико. 13-й, 14-й. 15-й. 15-й уровень мы с вами получаем. Окей, давайте посмотрим, что нас ждет таки далее. Достигнуто новое место в локациях. Пропустить все. Так, сюжетные задания. Дом на продажу, добрый доктор, дорожка из хлебных крошек. Это мы все с вами дело не проходили. Но давайте посмотрим, что нас ждет. Подарки и проклятия. Gifts and Harvest. Берлин, Германия. Общество Ковчега. Один из самых странных проектов Providence. Я слышала слухи. Клуб выживших для мировой элиты. Миллиардеры готовятся к глобальному краху.
И теперь мы знаем, что Константа посетит их следующее собрание. Где оно будет? В том-то и загвоздка, отчет отредактирован, ни имен, ни названий мест. Значит, тупик. Мне их не выследить без помощи МК. Я не то чтобы крутой аналитик, но думаю, что общество Капчега основал Янус. А значит, есть шанс, что они захотят втайне почтить его память. Отыскать гроб — дельная мысль. Ты в порядке? Память возвращается. Вспышками, гнев, ярость. Но они не мои, будто это чужая память. Это ваш дар и проклятие. Меня долго мучила совесть за то, что они с тобой сделали. А теперь даже не знаю, кому из нас больше повезло. Ура, я кое-что нашла. Где это? У черта на рогах, но именно сюда отправили тело Януса. Весьма странное место для погребения, да? Неплохо. Значит, будем следить. Ждать следующего собрания. А потом заявимся и похитим самых влиятельных людей мира. Без помощи МК. Я же говорил, шансов мало. Мы попытаемся. Я так представляю, какая миссия нас с вами ждет в дальнейшем. Общество Ковчега. Я так понимаю, это у нас последняя миссия, друзья, будет. Ну что ж, здесь мы с вами эту миссию закончили. Закончили ее вполне себе хорошо. Но если вам понравилось это видео, то не забудьте оценить его своим пальчиком вверх. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего.